Одетые в школьную форму мальчишки и девчонки с яркими шарами в руках в сопровождении своих классных руководителей прошлись по центральной улице, чтобы отметить не только день рождения любимого города, но и начало школьной жизни. На площади труда возле районного дома культуры Елена Руденко наградила почетными грамотами за активное участие в конкурсе-параде директоров всех 6 школ. Ведь в конкурсе первоклашек проигравших нет. Веселая концертная игровая программа и большие надувные куклы, танцующие на площади, стали ярким украшением праздника. Под аплодисменты взрослых голубое осеннее небо раскрасили сотни воздушных шаров, одновременно выпущенных первоклассниками.